это результат обучения танго. Так что нет, у нас нет зачетных концертов. Если же вы хотите стать профессионалом в области танго, и что? Когда будет выступление, зачетный концерт, турнир? Понятно. Некоторые люди, имеющие опыт танцевания, приходят в танго и спрашивают, а в чем, собственно, результат? Потому что они привыкли, что пройдя какой-то период обучения, они потом делают что-то такое, что говорит о том, что они классно научились. Это зачетный концерт, это выступление на турнире, это какой-то, не знаю, утренник или еще что-то. Так вот, к танго эта штука не имеет отношения. В танго результатом является ваше собственное танцевание на мелонгах, которое вы делаете для себя с другими такими же, которые это делают для себя. Это результат обучения танго. То есть ваша способность приходить на мелонги, находить себе партнера и с этими партнерами делать такой танго, который вас полностью устраивает на данный момент, естественно. Если же вы хотите стать профессионалом в области танго, то это другое обучение. Это не обучение танго. Это обучение уже сценическим выступлением, обучение преподаванию, обучение хореографии, там, я не знаю, что-нибудь другое. Вот. Так что нет, у нас нет зачетных концертов. Но довольно часто мы приводим людей в качестве зачета на мелонгу, где они с удовольствием танцуют с другими людьми и понимают, что да, теперь они это могут делать. Вот.